Ребята, ребята, всем привет! Ну что ж, мы продолжаем наше приключение, играем за красного помидорчика. Нет, куда уехала наша тачка? А, колесики крутятся как-то неправильно, здесь еще куча квадратов. Что нам делать? Что нам делать? Что нам делать? Как побеждать? Отдайте мне мои звездочки квадратовые противные. Почему вас так много? О, пила. Откуда она взялась? Так, ничего, мы сможем их победить. Я не понимаю. Нет! Почему их так много было на одном уровне? Хорошо, шарики квадратовные. Сейчас я с вами справлюсь. Вот мы их и победили. Так, ну что ж. Осталось нам только вот перебраться на эту сторону. Отлично. Спускаемся. И здесь нас поджидает маленький квадрат. Эй, да как он меня тут победил? Как ему это удалось? Вы мне скажите. Нет! Ну что, тогда посадим нашего шарика в машинку. Только она что-то не хочет ехать. Она помогает мне толкать. Толкай. Давай. У-ху. Так. И чё? Как нам мы тут застряли? А, там лезут огромные квадраты. Что я буду с ними делать? Нет! Как мне с ними справиться-то? Ого. Перепрыгиваем его. Что? Вот это там что-то улетело. Так. Да что ты будешь делать? А что будет, если мы вообще за квадрата поиграем? А ну-ка проверим, узнают ли они меня или нет. Сейчас я сюда запрыгнул. Ха-ха-ха-ха. Эй, почему мы не можем туда залезть? Почему такой маленький проход? Я с вами разберусь, квадратики. Так, нам надо было как-то запрыгнуть, и решили мы поставить вот такой вот ящик. Или он нам тоже слишком высок? Что ж ты будешь делать, а? Давай! Есть! Ай, а как мы теперь выберемся, не так уж и просто будет пройти этих квадратов. Да нет, вот эти шипастики. А, тихо. Они приняли нас за своего. Все, маскируемся. Маскировка включена. Мы как бы стоим, все хорошо. Ого. Вот это мы его взорвали. Взорвали. Сейчас мы, конечно, придумаем наш план. Сейчас мы его составим. Давай запрыгивай, ну что ж ты будешь делать? Наконец-таки. Нет, он сейчас взорвется. Хорошо, придется нам телепортироваться на эту сторону, дабы пройти этот уровень. Это что за рычаги какие-то меня крутят? Так, вон мои собратья там внизу, сейчас на них как скачу этот валежник. Конец им. Чё? Он их не раздавил? Неужели из-за того, что они в броне? На тебе. Опа. Чужой среди своих. Я подкидной квадрат. На тебе. Вот это мы его рогом подняли. Вы видели? Вот такие у нас рога, конечно. Ладно, давайте их оставим. Сами пойдем смотреть, что же здесь есть еще. Так, тачка. По-моему, эта тачка уже не вытянет с этого болота. Да стой, подожди, не надо в эту сторону идти. Вот так вот. Эй, она что-то не двигается. Ладно, нити, теперь вы попались. Так здесь проход заблокирован. Это как мы сюда вообще сможем залезть-то? Так, тут мы стоим. Но ничего не происходит. Ладно. Сейчас мы что-то придумаем. Что будет, если мы здесь очутимся? Так, тачка. Теперь нужно на ней как-то поехать. О, нет! У-ху! Ого! Вот это трамплин! Вот этот вариант мне уже понравился. Так, куда это мы скатываемся? О нет. Телепорт! Это скрытый уровень дополнительный. Так. Сейчас мы посмотрим, что здесь можно найти. Играя, конечно, смотрите, влево, вправо, влево. Ого! Да, не попадешь.
Как это у него получилось? Нет! Придется нам пропустить этого чудика. Я знаю, что он там хочет взорваться. Ну, давай запрыгивай. Фух, его колючки острые нас не достали, не достали. Так, специальная лесенка. А это что тут? Тихо. Нет! Нет, там подрывник, 10 лазеров. Что-то завод весь валится. Что происходит? Что-то так все крутится. Как тут вообще можно это пройти? Я не представляю. Я не представляю. Так. Так. Да что ты будешь делать-то? Ах ты монстр такой, ладно. Сейчас. Да что ты? Как ты тут бегаешь так криво, непонятно? Да что мы запрыгнуть-то не можем вообще? Эй! Так, с этих палок он прыгать явно не хочет. Ладно, хорошо, разберемся и так. Но нет, да хватит попадаться под эти лазеры, нам нужно в эту сторону двигаться. Тик. Эй, босс, ты меня пропустишь, я надеюсь? Босс. Босс у нас молчит. Ладно, зато мы сейчас дойдем до финиша. Вот как это выглядит, вот они тут, смотрите, эти квадраты поселились. Конечно, с пилой-то вам сражаться попроще будет.